Проект линии струнного транспорта для России разрабатывает белорусская компания «Струнные технологии». Сегодня в стране пока нет аналогичных внеуличных систем эстакадного типа, но обсуждение ведется в Ленинградской области по одному из самых загруженных транспортных направлений – Бугры-Мурино до станции метро Девяткино. Расскажите, пожалуйста, о самом транспорте немножко. Мы предлагаем эстакадный вид транспорта, внеуличный вид транспорта, где перемещение, перевозка пассажиров при необходимости грузов осуществляется над землей на высоте в стандартном исполнении порядка 10 метров. Работу над струнным транспортом начал изобретатель Анатолий Юницкий еще в далеком 1977-м. Ключевой элемент системы – струнный рельс, представляющий собой стальную или железобетонную балку, в сердцевине которой пучок проволок струн. Наши технологические решения позволяют обеспечить расстояние между промежуточными опорами до 2 километров. И конструкция, в отличие от тех вариантов монорельсов, которые в мире есть, вот они есть в Германии, например, Вупперталь, старая достаточная конструкция. Читайте краткие обзоры ключевых событий в промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». Что касается безопасности, например, вот это. Безопасность у нас – это главное требование, как в любой транспортной системе. У нас ведущие мотор-колеса, например, ну, чтобы собственно понимать, 4 колеса. Каждая из них является ведущим. Даже при выходе из строя одного колеса, три продолжит вести пассажира. Даже при выходе там, двух, два продолжит вести пассажиров. Три вышло из четырех. Одно довезет пассажира до станции, высадит и отправится на ремонт. Мурино – очень актуальная тема, потому что его за глаза жители называют урбанистический ад. То есть с точки зрения логистики и транспортных развязок, наверное, это самое будет лучшее решение. Ну, там на самом деле мы сейчас, можно сказать, что в этот ад уже погрузились. Мы сейчас уточняем варианты маршрутов, и там много сложностей, надо сказать, потому что когда мы идем одним путем, изначально нами предложенным, мы должны следовать вдоль линии электропередач. Соответственно, там есть проблемы с охранной зоной. Поэтому мы сейчас вступили в переговоры с федеральной сетевой компанией, которая в ведомстве, которая в линии электропередач находится, в плане каких-то ограничительных защитных мер, да, возможно. Параллельно мы смотрим другие маршруты. Сегодня юнимобили испытывают на полигоне экотехнопарка в Марьиной Горке, недалеко от Минска, и Шарджи Объединенных Арабских Эмиратов. Несмотря на его легкость, да, несмотря на то, что он вот, требует минимального землеотвода, все равно масса трудностей, потому что вся земля принадлежит застройщикам в районе Мурино. И повсюду в этих общественных пространствах, под дорогами, под бульварами, есть коммуникации. Это отопление, это водопровод и так далее и тому подобное. Там строители, допустим, сталкиваются с тем, что зачастую обнаруживают даже сети, которые не учтены. Поэтому мы в ближайшее время должны будем определиться с маршрутом, потому что если нам, допустим, придется за свой счет рассматривать возможность переноса линии электропередач или погружение ее в землю, да, уход под землю. Это дорогое мероприятие, и, конечно, это сильно повлияет на экономику проекта в негативную сторону. Поэтому, а по вашим подсчетам, вот сколько времени экономит вообще житель, да, или человек, передвигаясь, например, очень, да, на много таком времени транспорте? Колоссальное, конечно, количество времени, потому что там сейчас мы предварительную, опять же, оценку пассажиропотока делали, и на этой линии пассажиропоток может достигать 7000 пассажиров в час. Вот там на этом коротком маршруте, там около 2 километров, оно приближается к часу на сегодняшний день, в некоторое время суток. А мы же исходим из того, что у нас там в пределах 5-8 минут будет. Проект Ленинградской области, он единственный? Вообще мы считаем, мы убеждены, да, что мы создали самую эффективную с точки зрения просто законов физики транспортной системы. После того, как мы реализуем один, два, три, может быть, проекта на территории Российской Федерации, эта система неминуемо будет признана в качестве критической системы. Да? И строительство уже таких комплексов будет идти
масштабно и в рамках государственных программ. Инфраструктура может быть разной. Мы можем построить станции закрытого типа, где будет обеспечен там комфортный микроклимат круглый год. Можем построить открытые, как по типу автобусных остановок. Можем станции строить на высоте, можем внизу. Можем интегрировать станции вообще в здание многофункциональное, совместить его, например, там, с кафе, рестораном, торговым центром. И тогда, по сути, получим станцию, ну, не бесплатно, но в рамках расходов на создание вот объекта недвижимости. А прогноз есть какой-то? Ближайшая перспектива? Когда появится вот первый этот проект? Мы планируем, что в течение этого года и следующего года мы завершим проектные работы, осуществим проектные работы. И два года примерно, от двух лет, нам потребуется на возведение комплекса. Таким образом, через 3-4 года мы можем ввести в эксплуатацию линию на участке Марины Дмитриевны.